Всем привет, друзья! Сегодня у нас легкий рецепт, но с очень оригинальной презентацией. Для начала ложку желатина заливаем холодной кипяченой водичкой и оставляем для набухания. Тут у меня пакет сметаны, пару ложек сахара или сахарной пудры, столовая ложечка какао. Размешиваем. Вот это и есть основа нашего десерта. Взбивать не нужно, мы будем желировать этот тортик, десертик, переслаивать его фруктами и кусочками бисквитика, который мы выпекали сами, либо можете купить готовый. Как только размешается эта масса, сахар растворится, можно будет добавлять распущенный желатинчик. Желатин не нужно доводить до кипения, только дождаться, чтобы он стал похож на сироп, там не было крупинок, и можно смешивать. Вот у меня получился растопленный желатин такой. Заливаем. Все. В чем оригинальность нашей подачи? Этот легкий тортик-десертик мы будем подавать в вазончике для цветов. Я его выстелила пленочкой. Также будем украшать коктейльной трубочкой и цветочком, шоколадом вместе с мерки. И будем дарить имениннику или по какому-то другому поводу. Желатин хороший, сметана холодная, потому я вижу, уже начинает понемножечку загустевать. Так что поторопимся. На дно нашей, так сказать, формочки укладываем слой, произвольный слой бисквитиков нарезанных. Затем ложечку две нашей массы сладенькой, густенькой. Бананы, пожалуйста, или какие вы любите фрукты. Опять добавляю. Сладкий крем. Опять бисквитики. Так аж до краев вазончика, пока он не наполнится. Так. Для того, чтобы этот десерт очень быстро схватился, быстро застыл и можно было подавать к столу или дарить его, я положу замороженные ягоды. Они отдадут холод и желатин быстрее сработает, быстрее схватится. Любые, что у вас есть в морозилке, ежевика, клубника, малина, все подходит. И вот еще пару кусочков ананаса, тоже они холодненькие. Так что витаминизируем наш десерт. Немножечко прижали, все-таки это же будет ровненькая такая поверхность. И оставшиеся, вы видите, желатинчика не жалейте, ложите нормально. Может, вам придется транспортировать этот тортик до вашего именинника. Или просто хотите удивить друзей. Практически и все. Так, переходим к самой интересной части. Значит, засыпаем тертым шоколадом наш десерт. Видите, это такой грунт будет для цветочка. Так, украшаем трубочкой коктейльной, цветочком и отправляем в холодильник минуточек на 20.